Добрый вечер, 21.03 в Москве. Это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Минус 10 в Москве, 10 баллов на московских улицах. По крайней мере, было час назад, когда я бросил свою машину на окраине Москвы, чтобы добраться к вам сюда на метро, о чем ничуть не пожалел. И число сегодня у нас 12-12-12. Не только послание Путина Федеральному собранию, но и, если кто запамятовал, День Конституции. А в Конституции, опять-таки, если кто забыл, есть такая статья 31, которая говорит: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование». И вот этой самой 31 статьей воспользовались не только 31 числа месяцев, в которых это число есть, но и весь прошлый год. То есть сейчас мы отмечаем годовщину начала вот этого самого болотного протеста. Той самой белой революции, которая началась 5 декабря 2011 года спонтанным шествием, спонтанным митингом на чистых прудах, продолжилась 10 декабря на Болотной площади и затем уже 24 декабря на проспекте Сахарова. Десятки тысяч людей. То есть по некоторым сведениям, по некоторым оценкам, до 100 тысяч было на Болотной, 120, до 100 тысяч на Сахарова. То есть начался тот массовый протест, который определил лицо всего уходящего года. Началось вот это вот освоение пространства города, о котором мы столько говорили в нашей передаче, когда город, наш полис, стал генерировать ту самую политику. Возвращение самой настоящей политики на бульварах, на кольцах бульварных, белое кольцо, прогулка по бульварам и так далее. И все же время собирать камни, время подводить итоги. Что было достигнуто? Был ли, как сейчас принято говорить, слит болотный протест? Есть ли усталость от протеста? И что нас ждет в 2013 году? А если более конкретно, что нас ждет в ближайшую субботу, 15 числа, когда запланирован очередной митинг? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это шеф-редактор русского журнала Александр Морозов. Добрый вечер, Добрый Саша. Добрый день, здравствуйте. И Руслан Хистанов, профессор Высшей школы экономики. Добрый вечер, Руслан. Ну так вот, чтобы для начала разобраться с определениями, ведь революция — это белая революция, болотная революция, это же метафора, да, никакой революции, собственно говоря, не было даже в проекте. Ну, вообще, когда спрашивают о революции, имеют в виду какой-то другой вопрос. Вот, речь идет о том, есть ли какая-то схема, которая могла бы нам, объясняющая схема, которая могла бы нам объяснить, вообще в каком направлении мы движемся. Вот так сейчас спрашивают о революции. Мы Россия. Вообще-то говоря, с революциями все очень непросто, потому что революция сама по себе, она появилась как метафора, и, скажем, только после Французской революции стала буквализироваться, каким-то образом осмысливаться. Ну, такие схемы, безусловно, есть, объясняющие, но трудность всегда заключается в том, чтобы понять, в какой динамике, на какой фазе мы находимся, каково соотношение сил. Что касается моего мнения, была ли это революция, то я бы сказал, что мы скорее входим в какой-то очень сложный процесс, который может стать революцией. То есть то, что было раньше, год назад, началось год назад, мне кажется, рано еще называть революционным процессом. Но ситуация является революционной или квазиреволюционной, да? Вспомним классиков, да? Вспомним Ленина. Как там, низы не хотят, верхи не могут. Вот эта вот ситуация, Саша, достигнута или нет? Нет, все-таки для того, чтобы произошло нечто, что мы условно называем революцией, по аналогии с событиями некоторыми 20 века, надо все-таки, чтобы было три фактора, это в обязательном порядке. Один фактор — это раскол элит, так называемый. Второй фактор — это резкое ухудшение экономического состояния по каким-то причинам, там, война или что-то еще. И, наконец, третий — это низовой протест. И на настоящий момент в России как бы имеется только один последний фактор — низовой протест. То есть не случилось раскола элит или того, что называют политическим кризисом, как, скажем, Игорь Клямкин, политолог, об этом говорил, что нет политического кризиса, и нет ухудшения экономического положения. Ну, наоборот, Россия заканчивает 2012 год с неплохими вполне экономическими показателями. Правительство располагает огромными ресурсами для того, чтобы залить деньгами там проблемные какие-то узлы. Вот, поэтому, говоря о предпосылках революции, можно точно сказать, что их нет. Но не вот низовой протест, да, он есть, и он никуда не денется.
Причем он есть уже все-таки латентно, он не первый год. Я думаю, можно вспомнить Калининград, 2008 год уже какие-то... Совершенно части. Точно, да. Надо отсчитывать именно с калининградского протеста 2008 года. Приморские дела, да. Ну и затем уже некая такая спонтанная самоорганизация общества во время пожаров 2010 года. Да-да-да. Но вот, наша проблема, да, наша проблема заключается в том, что все это такие локальные протесты, да и московский протест тоже был локальным. Скажем, совсем недавно я разговаривал со своим коллегой, бывшим товарищем, который покинул, он работал раньше в масс-медиа здесь, в Москве, и он уехал к себе домой обратно в провинцию. Когда я начал ему говорить о московских новостях, о протестах, он говорит: знаешь, меня это перестало интересовать, здесь какая-то совсем, совсем другая борьба, другая война. И вот мне кажется, что сейчас мы находимся на такой стадии, когда вот в регионах все ведут какие-то свои локальные войны, у них погружены в свои локальные интересы и так далее. Вот. Но не существует платформы, на которой можно было бы эти локальные, потому что, в общем-то, осознание кризисности, осознание общей несправедливости, оно же, в общем-то, общее. Ну, есть ли какой-то общий знаменатель для вот этих вот региональных войн и московской? Мне кажется, что очень велико культурное отчуждение, скажем, москвичей недовольных тем, что у нас существует, да, тем режимом, который существует, и провинциалами. Опять же, я был очень любопытен, когда путешествовал сейчас по провинции, они, провинциалы, говорят так, что вы, москвичи, бесьтесь с жиру, вот, но тут же начинали перечислять все тот же список претензий, которые они адресуют, которые москвичи адресовали своему правительству, да, то есть, в принципе, настроения похожи, но чудовищно культурная непохожесть, и мне кажется, объективно сейчас его крайне трудно будет преодолеть. Mm-hmm. Да, я, кстати, соглашусь с Русланом, и надо сказать, что ведь на это, собственно, Владимир Владимирович Путин и оперся, даже сейчас в своем послании, обращаясь, как бы, так сказать, к креативной провинции против протестующих больших городов, где он теряет поддержку и, собственно говоря, прошлый год ее стерял. Ну и опять же верно и то, что ведь даже если протест уйдет с улиц сейчас, если в 2013 году мы его не увидим на улицах, вот можно сказать с уверенностью, что он никуда не денется, он зайдет, значит, на какой-то другой этаж, это недовольство будет сохраняться, потому что все-таки фактом является то, что в 2012, в ушедшем, вот в уходящем году, не смогла власть найти ответа на требования, которые звучали после декабрьских выборов, потому что ни на что она не пошла. Ощущение того, что партийно-представительная система не представляет нас ни в регионах, ни в центре, оно никуда не денется, пока не случится реальной реформы. Точно так же дело обстоит с судами. Ну, так сказать, сколько, значит, мы бы не говорили там о какой-то реформе суда, что она будет, как бы нам правительство ее не обещало, но население на всех уровнях, граждане видят, что это, конечно, не суд. И вот это останется, и оно в 2013 году получит продолжение. Ну, то есть такой тлеющий торфяник. Да, тлеющий торфяник, который, в общем-то говоря, может стать и не тлеющим в любой момент. Вот я пытаюсь все-таки сравнить сейчас, если даже не по исторической вертикали, не с 17-м годом, там, не с французской революцией, естественно, но хотя бы даже по горизонтали. Почему не Майдан? Вот в чем разница, почему на Майдане люди остались? Почему у нас не остались люди на Болотной? Я уж не буду более широкого вопроса задавать, почему не Тахрир? Вот мы сейчас смотрим ежедневно сводки из Египта. Там и одна сторона, и которые исламисты с Мурсии, и которые оппозиция. Они, так сказать, готовы выставлять тысячи, десятки тысяч людей. Они готовы стоять до последнего, они готовы схватываться с полицией. Да. Что нас отличает, вот, во-первых, от Майдана, все-таки близкая, культурно близкая Украина, и уж, во-вторых, от Тахрира? Это конкретное совершенно историческое обстоятельство. Здесь нет отличия. Дело в том, что просто на тот момент, когда случился у нас протест, особенно летом, когда он был массовым, и когда это... В этот момент все ждали, что начнется какой-то, ну, в кавычках, раскол элит, потому что на Украине он был. Это второй существенный фактор. И здесь многие ожидали тогда, мы все это помним, что
может быть, скажем, там Алексей Кудрин, да, который неоднократно говорил, что он сторонник политической конкуренции, и это он говорил тогда, что и предлагал Путину, что давайте досрочные выборы, это снимет проблему. Распустим парламент. Может быть, он, может быть, Прохоров, может быть, кто-то еще, значит, как бы. Но этого не случилось, это факт. Ну, и вот это и. Я бы добавил все-таки, там есть своя. Ну, я согласен, что там везде местная специфика, но есть один фактор, которого у нас нет. Например, на Тахрире, да, там все-таки население. То есть в этой политической культуре появилась одна новая, молодая и очень энергичная идеология, да, идеология исламизма. И даже если там мы видим большой сегмент светских горожан, которые участвуют в этих протестах, но общая ситуация, общая полемика, она подогревается вот этой полемикой с исламистами. Вот у нас, что касается, да, то же самое можно сказать о Майдане. Там же была идея Европы, очень, очень живая такая идея Европы, которая очень живая, либеральная идея, идея свободы, да, тогда еще украинское общество довольно идеалистически относилось и принимало, как бы наивно принимало вот эту вот идеологию. Сейчас во многом они разочарованы после правления Ющенко и так далее. Нет сейчас на Украине такой идеологии, нет сейчас у нас подобного рода идеологии, которая могла бы зажигать массы. Ну, еще добавлю, массы. Да, я согласен совершенно с Русланом, добавлю еще плюс к этому то, что вот, по моему убеждению, все-таки, когда мы там сравниваем с Тахриром, то все-таки речь идет там, на Востоке, все-таки бунтуют какие-то действительно сильно ущемленные социальным лифтом круги по каким-то причинам. Значит, здесь же все-таки это верное определение. Это был протест среднего класса. Сытых, протест сытых. Да, условно говоря, протест сытых. Но, то есть протест образованного класса, достаточно успешного уже, который выступал в данном случае не за то, чтобы перевернуть социальную пирамиду или получить какие-то новые доступы там к власти, нет. Это вышли люди, как правильно написала Ольга Седокова, которые хотели, так сказать, ну, которые устроили революцию достоинства. То есть центральной темой было достоинство, восстановление достоинства. Я бы все-таки акцент один внес бы такой важный. Дело в том, что это не просто сытые люди. Это люди, которые не согласны, как ими управляют. Это люди, которые ни в коем случае не потерпят такого патроната, такого патриархального патроната, к которому, ну, многие да, слои населения привыкли. Это не просто сытость. Это люди, которые уже не будут подчиняться тому самому способу управлять, который у нас был традиционным. И вот эти протесты показали, что у нас этот слой довольно мощный, но только в городах, локализован только в городах. И эти люди, опять же, в результате протестов образовали очень устойчивую группу. Несмотря на то, что протесты могут слиться, уйти, но этих людей уже не переубедить. Совершенно точно. Они совершенно не готовы опять жить по-старому. Они могут использовать какие-то новые формы сопротивления, вроде того, как раньше уходили в казаки, а теперь уезжать на Запад. Да? Вот такого рода формы сопротивления. Не, ну много вообще либо, таких, да. Да-да, либо эта масса потеряет привычную нам сегодня законопослушность. Я думаю, это тоже один из выходов. Они могут вполне грамотно обходить законы, организовывать какие-то мелкие саботажи такие. Да-да-да, это очень, очень верное замечание, я с этим согласен, вот почему. Власть наивно думает, что она, значит, как бы сказать, подавит уличный протест, и как бы организаторов этого протеста, кого-то посадит, кого-то вытеснит из страны, и на этом проблема исчезнет. Но она не исчезнет, потому что в ходе всех событий 2012 года произошло то, что я называю взаимопознанием многочисленных гражданских групп и просто персональное взаимопознание очень большого слоя людей, которые, конечно, слышали друг о друге раньше, быть может, а может быть и не слышали, но в ходе вот этих бульварных шествий, этих встреч и
в результате из-за того, что СМИ сыграли определенную роль, и социальные сети, все бросились друг к другу. И как бы теперь я знаком с синими ведерками, хотя я раньше не был знаком. Теперь я знаю лично Евгению Чирикову, хотя раньше я только о ней слышал. И так произошло с очень многими. И я только что говорил сейчас, вспоминали просто в связи с годовщиной протеста группы молодежи, как они были на Абае, да, у памятника героям Плевны. Это уже незабываемо. Это факт их биографии, и он будет определять их социальное поведение очень долго, их предпочтения, социальные предпочтения. Они действительно не согласятся вот с такой схемой патроната такого и такого пасторства политического со стороны. Но с другой стороны, есть ли критическая масса таких людей? Или, понимаете, может быть, в конце концов вспомнить 68-й год. Тоже была критическая, не критическая, была масса недовольных. Небольшие всплески протеста. Но была масса недовольных, которая была как бы во внутренней эмиграции, которая была вытеснена там в эти самые котельные, в кухонные разговоры, в определенные там академические институты, скажем, в ИНИОН. И в таком латентном состоянии содержалась. Почему бы Путину следующие 12 лет, собственно, и не держать нас в таком состоянии? Да, оставит нам вот эти разговоры на Финаме, ваш русский журнал, наша с тобой, Руслан, высшая школа экономики. Вот эти вот как бы очаги свободомыслия останутся, но будут ли они определять повестку дня? Я думаю, что Путин как раз должен об этом задуматься, об этом примере, потому что 68-й год оказался смертельным в этом смысле слова, потому что, собственно говоря, раздавленный незначительный протест публичный, тем не менее, распространился, как ржавчина по всей системе, люди ушли, хотя, в тихие институты, но они там продолжали думать точно так же, они продолжали читать литературу, они продолжали осмыслять, и они наращивали тот потенциал, который, в конце концов, с грохотом погубил Советский Союз. И, в общем-то говоря, я согласен с Дмитрием Орешкиным, честно говоря, который недавно, выступая на Пермском форуме в Перми, сказал, что, по всей видимости, сейчас верхушка не понимает, что если она так распорядится протестом, который был, то она действительно может погубить страну целиком, и эта ответственность будет лежать на ней. Мне кажется, нас опять же от идеологии очень сильно отличает 68-го года, что мы живем в эпоху конца идеологии, нет того пафоса, который был в 68-м году. И нет той пассионарности, которую мы видим, египетских, во всех ближневосточных протестах. О том, что у нас есть общего с революциями прошлого или с революциями, которые происходят сейчас на наших глазах в мире, поговорим после перерыва. Добрый вечер, программа «Археология». Сегодня говорим о болотной революции. Закончился ли болотный протест? Слита ли была наша белая революция? Звоните нам по телефону 65-10-99-6 и скажите, как вы считаете, закончился ли протест? Можно ли ожидать продолжения, в том числе в эту субботу? Я думаю, что многие из наших слушателей так или иначе идентифицировали себя с тем, что происходило в последний год. Я сужу и по нашим звонкам, и по письмам, которые к нам приходят. Кстати, к вопросу о письмах Сергей пишет нам на сайт. Только акциями протеста можно привлечь внимание власти. Развитые страны доказывают, что других методов нет. То есть то, что хотелось бы от вас услышать. 65-10-99-6. Код Москвы 495. Закончился ли болотный протест? А сейчас я хочу наших гостей спросить и напомню, что это Александр Морозов, шеф-редактор русского журнала, и Руслан Хистанов, профессор высшей школы экономики. А сколько, по-вашему, тот минимум, который заставил бы власть отреагировать? Я вспоминаю много, когда постили фотографии 91-го года, когда миллион людей был на Манежной, да? Заполненные от края до края. Не знаю точно, был ли миллион, тогда в подписи говорили миллион, я участвовал, но в Лужниках было что-то близко к тому. Полностью запруженная, еще не обезображенная Церетели Манежная площадь, где раньше парады строились, заполненные людьми. Сколько, по-вашему, должно выйти людей, и как долго они должны стоять, чтобы заставить власть почесаться? Эта постановка вопроса свойственна как раз лидерам протеста, и довольно часто этот вопрос задают. Я думаю, не с этого надо начинать ставить вопросы. Мне кажется, ничего, что я так переформулирую его, мне кажется, что надо посмотреть, даже тот протест, который был, какой эффект этот протест оказал на власть. А власть, по-моему, трансформировалась чрезвычайно сильно.
за прошедший год. И это говорит о том, что даже такого протеста, пусть даже некоторые считают, что он был локальным, малоэффективным и так далее, даже он привел к определенного рода трансформациям. Например, я просто хочу кое-какие вещи напомнить. Скажем, мы видим сейчас, что власть начала определенно популистскую политику, да? То есть и у такой популистской политики есть как бы два исхода. Ну, в чем она проявляется? Это проявляется в ставке на ортодоксальные круги, скажем, самые ортодоксальные круги православные, в антикоррупционной кампании. Вот, кстати, антикоррупционная кампания может подорвать основы самой этой самой власти, да, экономику, на которой эта власть существует. Пчелы борются с экономикой меда, да. Да, потом я хочу напомнить, может быть, вы забыли, помните, был такой миф, что вообще-то Путин вот года два назад, особенно в медиа это было распространено, очень внимательно относиться к словам Путина. И говорили так, что Путин, конечно, скрытный человек, но он никогда не врет. Помните, нет? Да, да. Вот. А сейчас ощущение того, что врет, все-таки врет, оно стало тотальным, да, то есть ощущение вообще абсурда и гротеска, да, ситуация за последний год это какой-то стало такой неожиданной реакцией власти. Да, конечно, более того, ведь в этом протесте заключалось очень сильное такое моральное обвинение, которое стало общим местом не только протестантов, да, я согласен, но и правящих кругов наших, да, что в принципе там сидят жулики и воры. Вот это, даже эта мысль стала общим местом для тех, кто управляет страной. Да? Давайте сейчас послушаем, это был Руслан Хистанов, давайте сейчас послушаем наши звонки. А слит ли болотный протест? Если да, кто его слил? Константин на линии. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я считаю, что на самом деле у нас протест управляем. И существуют определенные технологии, но сейчас неинтересно. Вот, но это как бы, с моей точки зрения, это основная причина. То есть на самом деле протест есть. Ну, слушайте, управляем. Но вот я не знаю, вот я, например, 5 числа, повинуясь какому-то совершенно естественному инстинкту, поехал на чистые пруды. Вот мной никто не управлял. Я думаю, управляли. Дело в том, что должна быть поддержка. То есть об этом должны говорить. Многие радиостанции, это нужно закручивать, накручивать. Как мы видим, определенные команды просто идут сюда. Слушайте, если бы не было управления, Константин, то ничего бы не было? Как бы массы сами не обладают субъектностью? Нет, массы сами обладают, но им нужно управлять, сами бы не смогли это сделать. Я понял ваше мнение. Должен быть центр какой-то. Понятно. Который вот этим управляет. То есть сейчас центру неинтересно, ну и... Понятно, спасибо. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. А вот слушаю вашу передачу, вот один из ваших собеседников сказал, что в нынешний момент у нас элита как бы едина, а на самом деле протест идет снизу. А я хотел бы наоборот переставить немножечко акценты. Элита расколота, а протест снизу не идет. Во-первых, надо определить, что такое низ. Этого сделано не было. А почему я думаю, что элита расколота? Потому что, опять же, что такое элита? Если подразумевать под элитой мыслящие, чувствующие, беспокоящиеся о судьбах Родины, все по-своему беспокоятся. Но мы живем в реальной жизни. Тогда давайте все вместе работать. Надо синтез сделать. Понятно. Надо работать вместе. Понятно. Спасибо, Валерий. 65-10-99-6. А слит ли болотный протест? И ожидать ли нам его продолжения? Николай. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я, во-первых, рад о том, что наш протест не получился точно таким же, как протесты в том же Египте, Ливии, Сирии и так далее. У нас протест культурный и не бунтарский, который должен был бы привести к крови и к огромной трагедии многомиллионной. Вот. Но каковы возможности вообще протестующих? Протестующие могут собраться, протестующие могут написать петицию, протестующие могут сказать это вслух и донести до правительства, если оно не слышит или делает вид, что не слышит. Но в том случае, если, предположим, то есть правительство не захотело идти на диалог, не захотело обсуждать данную тему, то протест начинает себя исчерпывать.
Его нужно... Можно я это говорю? Я сейчас недолго. Нужно его очень быстро, пожалуйста, переходить уже к благотворительной или волонтерской деятельности. Самое главное... ошибка наших протестующих, которые там начинают буянить, хулиганить, это все глупости. Но они страшно далеки, они от нас. Ну, подождите, Николай, ну вот волонтерской, ну были волонтеры в Крымске, в Дербенте, да, это все было, тушили пожары в 2010 году, но ничего же не меняется, понимаете, ну мы с плакатами походили, прекрасный вообще креатив, выставки провели, ну ничего же не меняется, власть как... Мы в Крымск поехали, а там как воруют, так и воруют все вокруг. Дело в том, что если люди разрознены, то главное соединительное, как сказать, раствором между... Скрепы, вот сегодня Путин про скрепы чиновник. Говорил. Если люди пойдут друг к другу, то есть протестующие пойдут к людям непосредственно... Да-да. Будут непосредственно им помогать, будут непосредственно что-то делать... Тем же старикам, тем же многодетным семьям. Я вас понял, Николай, да, вот очень многие, да, достаточно уже долго мы с вами пообщались. Вы знаете, да, многие как раз, да, об этом писали, вот эта теория малых дел, что хватит, отходили мы, так сказать, по болотам, теперь вот-вот как народовольцы. Пойдем в народ, пойдем с букварем к мужику, будем его обучать. Александр, насколько вот по-вашему это является реалистичной стратегией? Это такое. Будет само собой. Об этом даже можно не говорить, потому что там понятно, что общество развивается, оно делается более зрелым, более самостоятельным, и в нем есть такие, как бы вот эти представители уже большие и среднего класса, которые все равно будут участвовать теперь в волонтерской активности и так далее, и в каких-то тематических группах там по защите исторических памятников и так далее. Нет, существенным является, конечно, все-таки, если говорить о протесте, то существенным является реформа политической системы. Вот что здесь как бы было темой протеста, и от этого уходить невозможно. А было ли? Вот это вот главное я хочу спросить и вообще понять. Вот сейчас, обозревая этот год, у нас какой-то очень странный протест и странная революция. Не было как таковой программы, не было дорожной карты и не ставился вопрос о власти. Какая революция? Не стояла... Ну да, сначала вышли вот возмущенные москвичи, украли выборы, да, нагло извозили лицом по грязи. Сначала на декабрьских выборах, затем на мартовских. Но все же прошло, понимаете? Утритесь. Но вот здесь где повестка раз, дня? Здесь как раз имеет смысл делать какие-то сравнения с другими протестами в других странах, в истории вообще. Любой специалист по протестным движениям, он скажет... Он будет говорить вам о динамике протестных движений. С самого начала можно было сказать, если бы это был специалист, что протест обязательно войдет в фазу, когда будет определенного рода разочарование. Все протесты заканчиваются в истории всегда разочарованием. Но что они создают, это... А почему некоторые заканчиваются сменой власти? Нет, они даже разочаровываются, когда смена власти происходит. Ну, это да. Да, ну, вот, по пути иногда бывает смена власти. То есть, оказывается, ожидания в любом случае у людей, участников протеста, оказываются обманутыми. Кроме того, вот это вот насчет программы, да, это здесь ловушка есть, определенного рода ловушка. Верно. Да, которая задается со стороны власть имущих, да. Они думают, что вот эти вот... Люди, которые совсем не институциализированы в политику, да, у которых вообще нет таких вот практик управления, как у них, они будут формулировать некие требования, как в протоколах заведено. Да? Протест всегда выражает какую-то эмоцию, сильное чувство, сильное недовольство. Процесс формулировки приходит... Процесс формулировки там, каких-то программных требований приходит гораздо позже. Ну, есть, вот я не знаю, я вспоминаю себя же в 91-м году, понимаете? Мы ходили, вот этот миллион в Лужники, мы требовали отмены 6-й статьи Конституции. Дальше мы требовали отмены там вывода войск из Литвы и так далее. То есть были какие-то конкретные требования, был вполне конкретный Ельцин, в которого инвестировалась эта повестка дня, который все это брал. То есть все было настолько более структурировано, и были готовые структуры вокруг Ельцина.
Ельцинах. Так, когда-то они казались смешными, все эти Козыревы и так далее, вот эти мифическая российская государственность, которая не существовала фактически внутри Советского Союза, но оказался готовый кабинет, который, когда власть распалась, взял руки, эту власть в руки. Да, совершенно правильно, именно поэтому это несравнимо, вот с, там, сказать, 91-й с нынешней ситуацией, это несравнимые вещи, именно потому, что прав Руслан, я с ним согласен, дело в том, что перевод этого протеста из гражданского в политический, он требовал определенных условий. Которых... И он не состоялся, да? Он не состоялся, совершенно верно, он не состоялся, в этом нет ничего страшного, то есть, ну, то есть, если бы кто-то, появилась какая-то группа политическая, которая взяла бы на себя риск перевода этого протеста в политический, ну, это большой риск, конечно, но... Мы то просто видим, что... Ее бы загасили. Но ее, более, да, более того, попытка-то была сделана перевести в политическое русло. Скажем, да, вот этот координационный совет, который создан. Ведь этот протест можно было бы разделить вот на две части участников протеста. Это те, которые вообще не добиваются... Ну, основная масса этого протеста, они вообще не добиваются власти. Они не претендуют занять в преобразованном политическом поле какие-то позиции. Они выражают свое недовольство существующим режимом. С другой стороны, были лидеры этого самого протеста. Те, которые хотели использовать в виде рычага, в виде какую-то энергетику оседлать эту протестную и решить какие-то свои политические задачи. И это не удалось. Мы видим, в какой тупик попал координационный совет сейчас, да, он фактически оказался самоизолированным. Я думаю, что 15 число может также продемонстрировать тупик вот этой, да, стратегии. 65-10-99-6. Кто подставил кролика Роджера? Кто слил болотный протест? Код Москвы 495. Алексей на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Алексей, я был на всех практических митингах. Вот, и вы придете еще? Вот сейчас нет. Вот, сейчас мое мнение нет. Такое, что люди очень долгое время не верили так называемым лидерам оппозиции, которые хотели, ну, тупо мотивировать протестное настроение, ну, вот Немцов, Яшин. Вы вот, считаете, и... они денег хотели с протеста срубить? Они, да, вот. А Алексей Навальный, в частности, вот, ему, поверьте, то пришло реально вот там 100 тысяч человек. То есть мне эта ситуация напомнила вот как бунт Пугачева, вот такие настроения, вот. И с тех пор, естественно, то есть люди... в администрации президента очень ловко, значит, разбили протестующих, вот, сделали вот этот координационный совет, вот, в котором... Координационный совет, по-вашему, тоже из управления по внутренней политике администрации президента идет? Ну, а как туда пришла, я не знаю, там, Ксюша Собчак? А почему? А она что, как бы засланный казачок, вы считаете? Ну, я считаю, что там засланных казачков, вот, включая там, например, Пархоменко, там где-то 60%. Потому что этим людям вообще ничего не надо. То есть они встроены в эту систему на 100%. То есть они богатые люди, то есть им не нужно. То есть они, наоборот, даже являются частью вот этой архитектуры кремлевской. Вот. А вы не допускаете, что кто-то вот из кремлевской архитектуры может против этой архитектуры возмутиться? В конце концов, я не знаю, Ельцин тоже был встроен в систему власти, но вот он как-то против этой власти восстал? Ельцин не совсем, потому что, в принципе, это, по сути, все осталось. Никакого суда над КПСС не было, то есть он, в принципе, так и остался частью этой системы. То есть ничего не поменялось, в общем-то. Mm-hmm. Интересная точка зрения, да. У нас тут как раз, да, вот будет в скорости эфир, мы записали уже с Владимиром Буковским, он как раз ровно это самое говорит, что главная ошибка Ельцина в этом была. Ну, вы знаете, нет, ну тут вот почему отчасти люди стали верить Навальному, потому что он не стеснялся задевать темы как бы национальные, потому что это одна из самых серьезных тем, потому что все мы стали россиянами, а русский народ как таковой просто исключили из Конституции. То есть у всех там, у чехов есть свое государство, там, у чеченов там есть своя республика, у русских нет ничего. То есть проходной двор Российской Федерации. В этом, кажется, мне очень много вот наших проблем состоит, потому что никто не хочет, вот сейчас вот вы говорите, протестное настроение, никто не хочет рубиться непонятно за что. То есть люди не чувствуют, понятно, что у них есть свой дом.
Я вот понял, я понял, Алексей, спасибо. Ну да, действительно, отсутствие некой объединяющей идеологии, как в Украине был ход-выход в Европу, как, может быть, в Египте явилась неожиданно исламистская идея. То есть нету той идеологической платформы, на которой протест мог бы объединиться. Нет, но надо все-таки возразить немножко Алексею, так сказать, чтобы радиослушатели наши как-то, может быть, приободрились. Дело в том, что... Конечно, такое обывательское, такое бытовое представление как бы о тех, кто возглавляет протест, всегда заключено в том, чтобы подозревать людей в какой-то корысти. Но в реальности, конечно, люди, независимо от своих социальных положений и, там, не знаю, да, так сказать, богатства так называемого или бедности, они берут на себя довольно большие риски в этом участвуя. И идут на это, конечно, из идеалистических соображений. Я видел, как бы на Купай, Абай, Собчак и Яшина, и у меня нет ни малейших, никаких сомнений, как и Чирикова, и противопоставление там кого-то кому-то, Пархоменко Навальному и так далее, это все очень условно. И как-то я уже там тоже на одной встрече с читателями говорил, что, понимаете, всегда найдется в аудитории человек, который скажет: нет-нет, Навальный тоже из Кремля, вы просто не знаете всей правды. Да-да, все куплены, все проплачены. Все проплачены, да. Вот, и... Полагаться на это невозможно, значит, ни в гражданском, ни в политическом процессе, потому что важно не то, откуда пришел человек. У всех, у каждого из лидеров движения начинают вспоминать, а что ты делал в 91-м году, а где ты был в 93-м, на каких баррикадах, на тех или на этих, мол. Но реально ведь не важно не откуда человек пришел, а важно, что он сейчас, в этот исторический момент, какое решение для себя принимает, согласен, на что он готов идти, на какие риски. Я бы согласился с этим, но... Мы в какой-то мере, каждый из нас преследует свои честолюбивые, у каждого из нас есть честолюбивые намерения, но не корыстные. Вот, проблема в том заключается, чтобы вот эти разные интересы, они обрели какую-то гармонию общую, да, поэтому само по себе это... Ну, об этом после, поговорим после перерыва, а пока хотел вот только еще раз зафиксировать, действительно согласиться с Александром Морозовым, то, что вот это вот наша болезнь постсоветская, вот... Считается, что все пиар, все проплачено, каждый кем-то купим. Вот мы здесь трое сидим, и, наверное, каждый из нас тоже на каком-то содержании. Кому-то Госдеп плачет, кому-то администрация президента. Вот, все кем-то проплачены. Вот, и вот это вот наша теория заговора, это, так сказать, тотальная конспирология нашего сознания. Не знаю, я лично, можете меня считать наивным мальчиком, но я абсолютно верю в искренность намерений организаторов протеста, потому что сам точно так же пришел туда и, собственно, подобно Собчак, могу сказать, не есть что терять. Ну, я не организатор протеста, но, так сказать, ходил и буду ходить на эти митинги, потому что есть одна главная мотивация — чувство оскорбленного достоинства, которое нарастает с каждым годом. 65-10-99-6. Звоните нам и скажите, кто слил болотный протест и слился ли он вообще. А мы уйдем на последний перерыв. Добрый вечер. Программа «Археология». Сегодня вместе с Александром Морозовым из русского журнала и Русланом Хистановым из Высшей школы экономики обсуждаем итоги и перспективы болотного протеста. 65-10-99-6. Наш телефон в студии. 495, код Москвы. Звоните нам и скажите, слит ли болотный протест и будет ли у него продолжение. Наш давний слушатель Петрос. Слушаем вас. Здравствуйте, гость из Литвы. Опыт мой личный в Литве показывает, что любое движение, которое наберется хоть 300 людей, всегда внедряются посланники властей, властвующего олигархата, которая направляет не туда, куда надо. А тем более, если 100 тысяч, то это совсем нетрудно подослать провокаторов на 6 мая. И чем выше руководство оппозиции, тем больше этих засланных казачков. И профессия президента к этому просто обязывает, чтобы сделать разные провокации, чтобы сдулся протест. Он в этом заинтересован. Также и Pussy Riot, говорят, тоже проект Путина, и очень успешный, чтобы столкнуть оппозицию с остальным народом, с православием и так далее.
Понятно, спасибо. Спасибо за мнение. Можно мне реагировать? Вообще-то, мне кажется, к этой конспирологии надо относиться с большим уважением, чем мы отнеслись сейчас. Вот как. Да, я имею в виду, конечно, мы можем их морально осуждать, конспирологию, но она не на пустом месте рождается. Она, вообще-то говоря, является таким своеобразным зеркалом того, как действительно действует власть. А власть наша действует заговорщически. Она совершенно не публична. И вот на этой почве как раз и рождаются подобного рода фантазмы. Но здесь я бы хотел просто слушателей предостеречь. Очень легко впасть в иллюзионизм, да? стать жертвой, собственных взглядов по поводу того, как функционирует власть. Безусловно, там будут засланные казачки. Кто же в этом сомневается? Но разве это должно определять нашу оценку в целом вот этого движения? Ну, конечно, совершенно правильно сейчас Руслан говорит, потому что ведь, собственно говоря, и перед 17-м годом, между 6-м и 17-м годом, значит, как бы, тогдашнее правительство предпринимало колоссальные полицейские усилия, очень изощренные, инфильтровало движение. И это не кончилось ничем. То есть это кончилось провалом всей этой полицейской доктрины контроля. Потому что нет никакого другого способа, кроме расширения гражданского участия, пусть медленного, поступательного, там, так сказать, и такого эволюционного, но тем не менее очень четкого, как стратегия со стороны властей. Потому что эта инфильтрация ни к чему не приведет, только к тому, что сама эта власть потерпит поражение. Вы знаете, вот здесь я хочу, нашим слушателям, которые дозвонились и терпеливо ждут на линии, обещать, что мы обязательно ваши звонки возьмем. Но хочу вот здесь выступить немножко адвокатом дьявола или даже, Саш, вспомнить вашу статью, которая, так сказать, на меня произвела впечатление. Где-то в октябре, что ли, вы писали, как глядя из-за кремлевской стены. Что вот, собственно говоря, если посмотреть на этот протест из-за зубцов, да, то что, в чем проблема-то, как вы сказали? Экономика растет, протест вообще ходит какие-то там, я не знаю, графические дизайнеры, там пара десятков тысяч, мастера демотиваторов. Вот. И вообще, а с чего вы взяли, что Россия заслуживает вот этих перемен? Что перемен-то заслуживает вот эти, сколько их там, пара десятков обществ открытого доступа, а Россия в них не входит, так что давайте мы будем как Казахстан или Белоруссия, ну, может, малость получше. Ну, так мы исходим из следующей мысли, что если все-таки, как говорит наш президент, мы десятая экономика мира, и у нас такая хорошая, как бы сказать, развивающаяся экономика энергичная, и у нас формируется этот новый средний класс, то, конечно, вот это вот социальное отставание, пренебрежение этим классом, оно все равно будет катастрофическим. Ну, вряд ли кто-то бы хотел, значит, каких-то катастрофических последствий для страны. Поэтому правительство не может игнорировать ментальные, такие когнитивные, то есть изменения ума, которые происходят, поведенческие новые практики у людей. Нельзя же рассчитывать на то, что можно распорядиться этими людьми, игнорируя растущее у них чувство собственного достоинства, и это у них у самих формируется новое представление о стандартах. Я тоже об этом однажды написал, что ведь о чем идет речь в этом протесте? В том, что стандарты социальные стали для горожан отставать очень сильно. Это и стандарты действительно безопасности, там, бытового и политического насилия. Ну, да, государственных услуг. Государственных услуг и так далее. И этот класс сейчас чувствует, что та верхушка, которая имеется, она не в состоянии двигаться в направлении этих стандартов. У этой верхушки какой-то другой вектор. Она хочет эту десятую экономику мира двигать действительно в сторону какой-то Белоруссии, в кавычках, значит, а вовсе не в сторону государств открытого доступа, как вы сказали. Хотя возможности для этого уже есть. Да, возможности это есть, понимаете? Вот здесь я просто, ну, сгущаю собственный пессимизм, но к чему я это говорю? Что вот мы с вами, те, кто нас сейчас слушает, это одна большая кастрюля. Вот варится эта кастрюля на огне. Вот есть некий большой повар. Ну, пусть иногда крышку приоткрыли. Вот действительно, правительство не игнорирует наш протест, оно его канализирует. Есть канал «Дождь», да, вот мы хотим, есть Facebook, мы лайки поставили, мы расшарили, мы очередной демотиватор, все залайкали, все это самое. Может быть, даже 15 числа никто и не разгонит, особо дадут помаршировать на месте правительства, на месте мэрии, там, кто и там руководит в управлении внутренней политики администрации президента. Я бы даже дал людям помаршировать там под окнами Лубянки с развернутыми знаменами. Ну и что? Вот варится эта кастрюля одна, и варится, и бурлит себе. Взрыва на кухне не будет.
где вот так взрыв будет, когда нефть упадет до 40 долларов. Тогда, может, и будет. А ну, может, пор... может, тогда и не будет. Как-то. Да, но откровенно говоря, во всяком случае, я думаю, что мы здесь в студии, в отличие действительно там, скажем, от гораздо более левых по взглядам людей, мы же не... я во всяком случае не сторонник взрыва кастрюли, наоборот, я сторонник того, чтобы эта система эволюционировала. И чтобы она именно эволюционировала в некотором таком правильном соотношении ожиданий прогрессивного класса, то есть каких-то, там, может быть, слово «класс» плохое, но каких-то групп. Uh-huh. Вот. И, конечно, мы хотим не революции, которые возглавили бы обездоленные группы, стремящиеся перевернуть социальную иерархию и, возможно, катастрофически, а мы хотели бы наоборот, того, чтобы расширялось и делалось более гармоничным. И с этого начинался протест. Политическое и партийное представительство. Сейчас ничего не изменилось за год. То есть это 100%. То есть все предложения власти, это мы все понимаем, это понимают и в провинции люди, которые будут в выборах участвовать. Это та же избирательная система. Все-таки я считаю, что изменения произошли колоссальные. Да, и я хочу подчеркнуть, что климат мнения, он действительно очень сильно изменился. И все шаги власти, даже вот эта реакция, она тоже говорит о том, что изменения произошли колоссальные. Но мне хотелось бы сказать, что действительно наша страна многоукладна. И если судить по провинции, да, вот из своих поездок я сужу вот о чем. Что на местах все-таки власти удалось, вот даже той самой нелюбимой многими, и мною в том числе, Единой России, удалось в каких-то регионах, там, где маленькие деньги, да, абсорбировать самых талантливых, безусловно, представителей вот в данном регионе. И там, например, оппозиционеры или какие-то недовольные и так далее смотрятся, вот воспринимаются населением, может быть, они достойные люди, но население их воспринимает как клоунов. Смутьяны, да. Как клоунов каких-то, да, недоумков там, или неудачников в крайнем случае. Я не хочу их обидеть, но это действительно восприятие. И вот эту вот ситуацию многие из них экстраполируют, в том числе и на Москву. Что и там какие-то недоумки. Я просто хочу сказать, что мы действительно живем в очень разных местах и в разных таких пространствах политического воображаемого. Да? И когда мы предъявляем вот такую претензию, ну когда же мы, наконец, все вместе встанем и так далее, мы, по-моему, торопим события. Медленно, но верно все это меняется. Появилась совершенно автономная такая среда информационная. Я не только о Фейсбуке и интернете говорю, да. Появились действительно более автономные слои населения, но не надо ожидать, что это будет вот завтра, 15-го там, или, mm-hmm. или через год. Да. Это действительно такой эволюционный процесс, и я надеюсь, что он действительно mm-hmm. без взрыва произойдет все-таки. 65-10-99-6. Слит ли болотный протест и ждать ли нам продолжения? Александр на линии. Алло. Да, добрый вечер. Вечер добрый. Добрый вечер. Хотел поблагодарить всех участников за вашу гражданскую позицию. Спасибо. Вам тоже и вам того же. Да. Это все, да? Участник протестов, я так же, как и вы. Ну да, да, да. Считаю протест не слитым, не стал бы использовать слово слив, а скорее размыли протест. Протест не имел по собой силы, слишком маленькая группа людей вышла и слишком были не сформулированы вопросы. И у меня у самого все было на чувствах, все было на каком-то глубоком понимании. А сейчас я встретил много людей, единомышленников, таких же, как и я. Я научился формулировать вопросы. Я вижу, как по регионам, регионы, они не понимали, не понимают до сих пор всего того, что было на протестах. Я езжу по регионам, общаюсь с людьми. Появляются школы, которые доносят гражданскую позицию до региональных, до регионов. И вот это размытие этого протеста, которая раскидала нас по регионам, оно приведет к тому, это ложка дегтя в бочке вот этого меда нашего двухмиллионного единороссийского. Ну да. Понятно. А что, очень хорошие слова. Хорошая метафора, да. Да, спасибо, Александр. Николай на линии.
Алло. Да-да, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо Морозову, спасибо Руслану, здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. У меня вот какое, то есть я вот, как вы сказали, жертва собственных взглядов. Хотел бы просто пояснить, просто я думаю, что таких много тоже. Значит, я вот за достоинство и за надежду, и я как бы, ну, условно с вами. А вот когда вы говорите «белая революция», вот тут почему-то я за Путина. Спасибо. Понятно. Но может не использовать слово «революция» тогда? Мы же с самого начала определили, что это метафорически. Хотя, если, знаете, откровенно вам сказать, я за революцию, потому что никто же не говорит, что революция должна быть обязательно с кровью, что революция обязательно должна быть с каким-то, так сказать, захватом Зимнего или Белого дома или чего-то. Революции бывают бархатные, революции бывают, я не знаю, роз и прочее. Но, понимаете, наблюдая тот распад в нашей стране, который нарастает от года к году, от дня ко дню, с той невероятной коррупцией, с той невероятным вообще разложением, моральным разложением власти. Мне кажется, что изменения в структуре нашей власти должны быть только революционными. Другой вопрос, как мы к ним придем. Артур на линии. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, я считаю, что абсолютно не следует протест, и участие в нем необходимо просто даже для того, чтобы позволять не закрываться той крышке, которая время от времени, как вы считаете, там Руслан говорил о том, что власть пытается открывать. Да. У меня почему-то тоже такое чувство, что последнее время она именно это пытается делать. Угу. Может быть, неумело, да, но именно для того, чтобы не допустить поливения, для того, чтобы не допустить радикализации каких-то событий, которые, я уверен, что в ближайшее время ждут. Что за год-то мы колоссальных результатов добились. Посмотрите, что происходит. Любые выступления, обсуждения, депутаты в эфире «Дождя» целыми днями сидят Бурматовы, Марковы, всевозможные, которые только и занимаются, что рассказывают нам, как хорошо и как все замечательно. Раньше на нас никто не обращал внимания. Понятно. Вынужденное оправдываться. Да, вынужденное... Это подтверждает слова Руслана, кстати. Вынужденное оправдываться, да. Абсолютно, да, я с ним согласен. Сначала вас не замечают, потом вам оппонируют, потом с вами борются, потом вы побеждаете. Все верно, да, Артур. Хорошее. И вот, наконец-то, у нас уже под конец эфира еще один звонок. Могу взять женский голос. Я всегда очень рад, потому что у нас такая мужская аудитория, и звонят часто мужчины, и когда пробиваются женщины, то очень хорошо. Лариса, добрый вечер. Добрый вечер. Я, в общем, тоже очень рада, что дозвонилась. Ну, если отвечать на ваш основной протест, в смысле болотный протест, да, не дождетесь, да. И не нравится мне вообще это слово «слился». Ну, не наше слово, это просто сейчас такая идет мифологема, да. Ну, не знаю, вообще как-то вот эта инфантильная позиция меня пугает. Вот нам не нравятся Собчак и Яшин, они не такие. Вот давайте каких-нибудь новых звезд, ах, нам не хватает лидеров. Ну, это какая-то такая странная история, которая... Мне кажется, вот к людям, которые непосредственно заинтересованы в результатах, хотят, чтобы что-то изменилось, она, ну, не относится, потому что протест, он внутри, он в том, чтобы понимать, чего ты хочешь добиться сам, и использовать те возможности, которые представляет ситуация. Если есть лидер, бог с ним, в каких, собственно, он сам в сомнениях пребывает, откуда он пришел. Если он делает то, что ты считаешь нужным, ну, поддержи его. Если он ошибется, ну, скажи ему о том, что он ошибается. Но самому нужно понимать, собственно, куда ты хочешь прийти. И если, собственно, ты нашел единомышленников, а я считаю, что за этот год очень много народу действительно узнало и поняло, что они там не одни, что не валить надо, а здесь что-то делать, то, в принципе, любая форма, которая образуется и будет приемлема для таких людей, она получит поддержку, и никаких сдулся, слился не будет, будет, собственно, следующий этап изменения в стране. К вопросу, вот о следующем, к вопросу о следующем этапе. В субботу собираетесь или как? Дети и Мороз. Вот единственные две вещи, которые меня останавливают. Вот как всегда, как Наполеон, да, генерал Мороз. Вот Наполеон тоже, так сказать. Жозефина и Мороз. Ладно, может... А, ну хорошо, да, делегируйте. Ладно, удачи вам, Лариса. Спасибо, всего доброго. Спасибо.
Ну, вот вы знаете, какой последний вопрос я хотел? К сожалению, уже не будем дальше принимать звонки. Очень много звонков. Спасибо всем позвонившим. И я очень рад, что эта тема вызывает такой живой отклик. И это одно уже показывает, что протест не слит, да, как мы тут говорили. И действительно, давайте права, Лариса, давайте избавимся от этого слова. Вот то, что сказали лимоновские вот эти вот обвинения, что вот пошли бы вы тогда не на Болотную, а на революцию. Была ли какая-то развилка, которую прошла оппозиция, на которой можно было бы протест радикализировать и продавить власть в тот момент, когда она была наиболее слаба и колебалась? Мой ответ очень короткий — нет. Саша. Ответ короткий — нет. Это совершенно утопическая и такая детская идея, что, значит, если бы пошли бы на революцию, значит, на несогласованный митинг, какие-то 300 или 3000 человек кинулись бы на штурм ЦИКа, все бы это кончилось разгромом, разумеется, гораздо более быстрым, и тогда в течение года испуганные горожане вообще бы отказались участвовать в дальнейших каких-то событиях. То есть пока все шло по такому, по сценарию наименьшего сопротивления и наиболее, пожалуй, оптимальному, то есть в условиях данных нам режима мы достигли того оптимума, которого можно было достичь. Думаю, да. Но еще бы мне хотелось немножко раскрепостить наших слушателей, сказать, что доверяйте своим чувствам, да? Вы испытываете недовольство — негодуйте, выходите и негодуйте. Никто не будет считать, что вы совершили какой-то грех. Да, не хотите выходить — не выходите, но доверяйте своим чувствам. Очень коротко, в последнюю минуту. Ваш прогноз на субботу? Прогноз такой, что властям придется перекрыть 5 улиц в Москве вместо одной, выставить 5000 солдат внутренних войск для того, чтобы, значит, избежать движения, во всяком случае, там 1,5 или 3 тысяч горожан. Александр Морозов, «Русский журнал», и Руслан Хистанов. Ну, я присоединяюсь к этому прогнозу, сказал бы лишь одно еще, добавил бы, что, видимо, этот протест не будет столь мощным, как мы наблюдали раньше, но в этом я не вижу ничего страшного. Ну что ж, посмотрим в субботу, какой прогноз, погодный, по пробкам и политический прогноз. Вы знаете, мне запомнился Лев Рубинштейн, он такой плакатик рекламирует. «Поможем истории, кто чем может». Так что вот я с нашим слушателем с тем же призывом обращаюсь. Это программа «Археология». За пультом Анна Соколова, продюсер Елена Буцкая. Доброй ночи и удачи.